Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Ванам Манухара Ванчакалпатаруашакипасиндубхавача Атитанан Павани Бхавашнавибхио Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтигирим Яткипатамаханабанди Парамананандамадхавам Бриндавай Тусидепай Пиявай Кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттаватви Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нароттамам Девин Сарасватинг Васам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катха Упадеша Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапалья Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Рабиндам Ят Пада Паллава Накачанда Мани Чатай Беспуриджита Гемапигабхавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадикаме Када Кипан Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодату санкиртаной капитару камала ятакшо вишам бару дижа бару жугадхарма палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасиниттам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманонга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясьястида Самби Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Suro Sarit Upakante, Suro Sarit Upakante Godrume Gauru Tirthe, Basati se sorvi kunje bhakti purvam binadaha. Suro sarid upakante godrume gauru tirthe. Basati se sorvi kunje bhakti purvam binadaha. Jaran jugolo charano seva shoksho lava saya ashu. Pad padma srai atro. Gauriya Goshipati. Gaudiya Goshipati. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что можно извлечь мед из цветов, точно так же, как и яд. То есть из цветка можно добыть как мед, так и яд. Но пчелы добывают именно мед. А насекомое под названием лютокрит, то есть особое насекомое, извлекает лишь яд. It is not our duty to collect flower from, collect honey from flower. It is the duty of honeybees. Мы не способны добыть мед из цветка. Это могут сделать лишь пчелы. Apparently everybody coming in bhajan, you see. Все мы сейчас пришли совершать баджан. Мы видим, что многие приходят совершать баджан, но кто-то находит яд в лотосных стопах Шри Чайтанья Махапрабху. Они не видят в них амриты, не могут извлечь ее, не могут извлечь мед. И точно так же те, кто по-настоящему совершает Гаудия Бхаджан, для таких личностей Бхактивинода Такур дает особое наставление. Акасур, Бакасур, Путана, Шакатасур. Демоны, о которых Бхактивинод Такур дал, привел нам особое значение каждого из этого демона. Что означает путана, агасур, бакасур? То есть Бхактивинода Такур говорит, что несмотря на то, что эти демоны были во Вриндаване, с внешней точки зрения, тем не менее, они были настроены против Бхагавана Шри Кришны, против Рупануга и Рагануга Бхаджана. Они хотели уничтожить Кришну. Кришна — Верховная Личность Бога. Но они думали, что если убить Кришну, никто не станет присматривать за ними, никто не станет, не сможет наказать их. Это менталитет демонов. Но они не понимали, что Кришну убить невозможно, ведь Он — Верховный Господь.
Всевышний. Невозможно убить как Кришну, так и его преданных, так и преданность в преданных. Шлока, с которой я начал, очень важна. Если вы сможете осознать ее, вы поймете настроение Бхактивинода Такура. Если даже вы не знаете санскрит, вы сможете легко понять эту шлоку. Шуро Шарир Сурадани, то есть Ганга. На берегу Ганги расположен Годрума Дхама. Сурабхи Кунж с настроением преданности Бхактивинода Такур говорит: «Я нахожусь здесь для того, чтобы служить Гора Чандре. Я нахожусь здесь, в Годруме, Сурабхи Кунджи. Это очень важные слова, поскольку те, кто совершает Рупануга Баджан, могут осознать глубину сердца Бхактивинода Такура. Он говорит: «Я нахожусь в Годрума Дхаме с огромным желанием служить Гауранге Махапрабху. Но я не могу служить ему напрямую. Если я буду заявлять подобное, я могу служить Гауранге, но кто вы такой? Разве вы можете увидеть его?» Бхактивинода Такур не говорит таким образом. Он говорит лишь с огромнейшим желанием обрести возможность служить чистым преданным, Враджа-расикам. Ведь если у меня появится шанс служить им, тем, кто уже обрели Браджарасу, я и сам смогу обрести ее. Браджарасу невозможно обрести своими собственными усилиями. Можно думать, что это возможно при помощи денег, образования, но это заблуждение. Бхактивинода Такур вновь и вновь повторяет, что Браджараса, Браджа Према, подобная инфекционной болезни, как коронавирус. Если вы подойдете ближе, то к тому, кто болеет, вы заболеете, заразитесь. И Бхактивинода Такур объясняет, что тот, кто уже имеет Браджа Расу, Браджа Прему, может передать ее вам, поэтому вы должны служить ему от всего сердца. И если у вас получится удовлетворить его, такую личность, не сомневайтесь, что Према Рога перейдет к вам. А также он приводит пример, когда две тучи приближаются друг к другу, создается гром и сверкает молния. Сначала молния, а затем звук, затем гром.
That's why you can get the signal of light. After that, you can get the, you can hear sound. Bhaktivinoda Thakur giving this example. Bhaktivinoda Thakur speaking. Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы точно так же, как эти тучи, придете в общение с Гуру и Вайшнавами, с лицемерием, с Нишкапата Бхавой, вы, то есть имеется в виду без лицемерия, от чистого сердца, только в таком случае саду поможет вам. И вы сможете почувствовать вкус рапануга, рупануга и рагануга баджана. Другого способа нет. Если вы думаете, что можете повторять харинам, что наступит день, когда вы станете беспрерывно повторять святое имя. Да, вы можете повторять харинам, но не забывайте, что для чистого преданного очень важно святое имя, потому что благодаря намабаджану они обретают садья-васту. Но когда мы совершаем намабаджан, мы совершаем садану. То есть для нас намабаджан, повторение святого имени, это садана. Это еще не настоящая практика. Настоящая садхана очень важна для нас, но на нашем уровне она невозможна. Так вот, для чистого преданного намабаджан — это садья-васту, то есть цель. Когда вы совершаете баджан, какова ваша цель? То есть к чему вы стремитесь? Это называется садья-васту. То есть для нас это Кришна-према. Соответственно, когда чистый преданный, к примеру, Гуракшадас Бабджа Махарадж и Бхакти Сидханта Сарасвати Такур, Бхактивинода Такур, Вамшадас Бабджа Махарадж, повторяют святые имена, они непосредственно встречаются с Бхагаваном и видят лилу, лилы Гауранги чудесным образом. Хотя, когда обычный преданный старается повторять харинам, его харинам не является совершенным, чистым. Когда же у нас получится повторить чистое святое имя, все наши проблемы разрешатся. Что означает чистый харинам? Отсутствие анартх. Нас больше ничего не беспокоит, никакие анартхи нас не беспокоят. Это и есть чистый харинам. Шрила Прабхупад много раз говорил, что большинство людей не способны понять Бхактивинода Такура. Они не понимают, кто он в действительности. Сам Прабхупад сказал, что Бхактивинода Такур равен Гаудия Матху. Весь баджан, весь процесс баджана происходит от Бхактивинода Такура с самого утра до самого позднего вечера. Арати, утренняя арати, вечерняя арати — все это написано Бхактивинода Такуром. То есть мы не смогли бы без Бхактивинода Такура понять, что есть Гаудия Баджан. Так вот, если мы хотим понять его до конца, необходимо осознать, кто есть Бхактивинода Такур. Но, как я уже сказал, при помощи образования, денег, власти, это понять невозможно. Мы можем говорить о Гранхах Госвами лишь благодаря Бхактивинода Такуру. Мы знаем, что Шринивас Ачарья написал Шат Госвами Аштакам.
Он описывает это. То есть, если кто-то начнет говорить о том, что он знает все шастры, он глупец из глупцов, поскольку шастры подобны океану, ананта, они бесконечны. Как можно их постичь? Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, птицы летают на высоте, на той высоте, на которой могут. Ворона на одной высоте, попугай на другой, а стервятники гораздо выше. То есть в соответствии с возможностями, со способностями птицы, она на такой высоте она и летает. Но если птица летает высоко в небе, это еще не означает, что это конец неба, ведь он небо бесконечно. Таким образом, в соответствии с нашими возможностями, мы можем познать шастры на той глубине, до той глубины, до которой способны. Таким образом, мы всегда должны находиться в смиренном состоянии ума. Как я уже говорил, когда мы обсуждали слова Кришнадас Кавираджа Госвами, я более падший, чем червь в испражнениях, говорит он о себе. Но когда мы также по-настоящему начнем думать о себе, не разыгрывать спектакль. Харикатху возможно рассказывать лишь из состояния тринадапи, лишь в смирении. Это происходит автоматически. Нет смирения, нет харикатхи. Смирение — это единственная необходимая квалификация для того, кто рассказывает, кто говорит харикатху. Но, конечно же, не означает, что если у вас нет смирения, вы не можете совершать харикиртан. В противном случае, лишь после того, как человек научится плавать, он сможет. Прийти к учителю плавания. То есть, если я уже научился плавать, зачем мне идти к тому, кто меня научит? Так вот, тот, кто уже тринадапи, может совершать чистый харикиртан и рассказывать, говорить чистую харикатху. Но это не означает, что мы не должны этого делать. Мы должны стараться. И в нашем случае это единственное лекарство, это единственное трансцендентное лекарство для Кали-юги, Харинама Санкиртана. Святое имя должно воспеваться не в одиночестве, а в обществе преданных. Так вот, если я заявляю, что я знаю Бхактивинода Тхакура, мы говорим это из ложного эго. Мы лишь можем стараться понять его. Знать, кто есть Бхактивинода Тхакур, означает знать его вани сварупу. Writing, speech, everything is called Bhakti Nuttaka.
его писание, его харикатха и есть Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур не материальное тело. Он лишь являл подобную лилу. Гора Шакти, Гададхар, пандит, оставил этот мир в этот же день, сегодня. Сегодня день ухода Шрила Сачитананда Бхактинода Тхакура, а также день ухода Гададхар пандита. И в этом скрывается указание. Гора Шакти Сварупая. Сварупа Бхактивинода Тхакура состоит из Гора Шакти. Рупануга Варайте, и он выдающийся среди Рупануг. И ему я предлагаю свои поклоны. Сегодня день ухода Гададхар Пандита, и в то же время день ухода Бхактивинода Тхакура. И в этом скрыто особое указание. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада открывает его нам. Однажды он сказал, когда бы я ни взглянул на лотосные стопы Бхактивинода Тхакуру, я вижу перед собой Радхарани. Я вижу ее превосходную красоту. Глупцы и негодяи заявляют: Бхактивинода Тхакур — отец Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати — сын Бхактивинода Тхакура. Такие люди должны отправиться домой, жениться и жить семейной жизнью. Это люди, которые не обладают пониманием. Бхактивинода Тхакур никогда не называл Шрилу Прабхупаду своим, Вимала Прасада своим сыном. Точно так же, как Шрила Прабхупада не называл Бхактивинода Тхакура своим отцом. Поскольку Бхактивинода Тхакур всегда видел в Шриле Прабхупаде его сварупу, даже когда он был ребенком, 5-7 лет, Бхактивинода Тхакур прекрасно знал, кто он. Он знал, что Шрила Прабхупада никто иной, как Чит Шакти Джаганнатха, Вимала Деви. Вы были в храме Джаганнатха, там Вимала, находится Вимала Деви Чит Шакти. Так вот, Бхактивинода Тхакур осознал, что Вимала Прасад никто иной, как Чит Шакти Вимала Деви. То есть он Прасад. Когда Прабхупад был мальчиком, когда он был ребенком, Бхактивинода Тхакур уже прекрасно знал, кто он есть. А когда Прабхупад, и точно так же Прабхупад знал, кто есть Бхактивинода Тхакур. Прежде Индия была очень большая, вам сложно представить, огромная. Теперь она разделена на части. Бхактивинода Тхакур отправился, чтобы получить харинам и дикшу в Бангладеш. Несмотря на то, что он вечный спутник Гауранги Махапрабху,
Гауранга Махапрабху, Бхактивинода Тхакур in the form of Kamal Manjari, already there in Radha Govinda Lila. Он принимает участие в играх Радхи Говинды как Камала Манджари. Он явил, тем не менее, он явил эту лилу, приняв гуру, получив от него харинами дикшу. Но это всего-навсего лила. Ведь Лалита Сакхи ни от кого дикшу не получала, точно так же, как и Вишакха. Но Рупа Госвами делал это, сделал это, он получил дикшу. Хотя мы знаем, что он Рупа Манджари, когда он принял форму Рупы Госвами, он являлся Гор Паршадом и принял все правила, необходимые для Харибаджана. Он следовал всему в точности. Следовал Экадаши, Джанмаштами, постился. Для того, чтобы обучить нас. Несмотря на то, что Гауранга Махапрабху, сам Кришна, он действовал как преданный для того, чтобы преподнести нам урок. Итак, Бхактивинода Тхакур пришел в этой форме. Но, как сказал Прабхупад, за этим стоит особая истина. Когда бы я ни взглянул на лотосные стопы Бхактивинода Тхакура, я вижу в них Радхарани. Радхарани — это Гададхар Пандит. Так вот, в день ухода Гададхар Пандита ушел Бхактивинода Тхакур. Для того, чтобы осознать, кто есть Бхактивинода Тхакур, необходимо осознать его Вани Сварупу. На Бенгали «баба» означает «отец». И некоторые представители нашей гуру Варги в шутку говорят, Прабхупад сказал нам видеть в Бхактивинода Тхакуре Радху. Но если заменить если удалить последний слог «дха», То есть они перефразировали Радха, чуть-чуть нужно изменить написание слова, и получится «баба». Так вот, мы должны бы увидеть Бхактивинода Тхакура и Радхарани, но если мы глупцы, глупы, мы видим лишь отца. Отца Шрила Прабхупады. Когда Бхактивинода Тхакур явил эту лилу, он находился в Пурушоттамадхаме. Я не могу в деталях говорить об этом, поскольку
When Bhaktivinoda Thakur was given the total responsibility to get control over the seva, когда Бхактивинод Такур был назначен, присматривающим за служением в храме Джаганнатха, управителем храма Джаганнатха, управляющим, он ежедневно давал харикатху и устраивал киртан в храме Джаганнатха. И многие люди приходили послушать ее. В то время он еще не получил инициацию. И некоторые бабаджи, критиковали его за это. Бхактивинода Такур был очень занят и в связи со своей службой он не мог в точности следовать всем внешним, всему внешнему этикету вайшнавов. И порой он был без тилака. Но после этого он получил инициацию. Но еще до этого в шастрах сказано, что без инициации, без милости гуру никто не сможет осознать глубинное значение шастр. К примеру, когда Гопал Бхатта Госвами был маленьким, его звали Гопал, и Прабхупада Сарасвати дал ему брахманическое посвящение, дал ему брахманический шнур. Затем он начал повторять харинам. В те времена была такая традиция, что те, кто получили брахманический шнур, гайтри и харинам, могут приступать к изучению шастр в Гурукуле. Ведь без милости гуру невозможно постичь шастры. Так вот, в связи с этим возникает вопрос. Если Бхактивинода Такуру была необходима инициация, как он смог еще до инициации описать глубинное значение, раскрыть глубинное значение шастр? Множество книг были написаны им до принятия инициации. Так вот, если он не является вечным спутником Гауранги Махапрабху, как бы смог он все это написать, еще не получив инициации? Так вот, именно этот факт служит одним из доказательств того, что он является вечным спутником Господа. Лишь для Лилы он принял гуру, одного ачарию. Я не буду называть его имени, потому что это не так важно. Он находился в Багнапаре. Гуру находился в Багнапаре. Но затем этот гуру пал. Несмотря на то, что гуру продолжал действовать, продолжал жить там, где жил прежде, Бхактивинода Такур сказал: «Гуру ушел». Прабхупад Вимала Прасад Сарасвати однажды пришел предложить поклоны их гуру, когда Прабхупаде было еще 7 лет. Когда он видел, как этот гуру поместил свои стопы на
голову Бхактивинода Такуру, когда этот Сахаджия Гуру поместил свои стопы на голову Бхактивинода Такура, семилетний Прабхупада был в гневе. Ты думаешь, как ты имеешь право поместить свои стопы на голову Бхактивинода Такура? Семилетний мальчик. Ты знаешь, кто он? И тогда этот Гурудев смог кое-что понять. Затем открылась правда, что он имеет отношение к Сахаджиям. Кто является гуру Бхактивинода Такура? Кто является гуру Прабхупады? Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж? Гуру Прабхупады? Или наоборот, или Прабхупад гуру Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа? Ведь Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж обращался к нему как «мой прабу», «мой господин». И для тех, кто только пришел, встал на путь преданного служения, не могут понять их отношений. Кто гуру? Они вечные спутники. Чайтанья Махапрабху. Гуру Ишвара Пурипада. Или наоборот. Или Ишвара Пурипад является гуру Махапрабху. Кришна Бхарати, гуру саньяс гуру Махапрабху, или Кешава Бхарати получил саньясу от Махапрабху. Все зависит, ваше осознание, ваше понимание подобных вопросов зависит от ваших осознаний. Чем больше вы совершаете баджан, тем больше вы принимаете прибежище у гуру Варги. И благодаря этому вы сможете ясно и четко видеть все таким, как оно есть. Прежде чем оставить материальный мир, этот мир, Бхактивинода Такур дал некоторые наставления Прабхупаде. Ты должен основать Дхамма Парикраму. Это были последние наставления Бхактивинода Такура Прабхупаде. Ты должен основать Дхамма Парикраму. А Дхамма Парикрама — это важнейший процесс, при помощи которого обусловленная душа может обрести благо. Никакой другой процесс не даст такого результата. Она высшая среди, потому что Дхамма — это Нитьянанда Татва, это Гуру Татва. И Бхактивинода Такура объясняет, что обычные люди будут приходить и совершать Дхамма Парикраму. Каждый год ты должен организовать ее. Ты должен также установить Дайва Варнашраму. Великие преданные, такие как Рагунадас Госвами Пад, Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, Вамшидас Бабаджи Махарадж, их оскорбляли эти негодяи, потому что они не понимали, кто они такие. Поэтому Бхактивинода Такур сказал, ты обязан установить Дайва Варнашрама Дхарму для того, чтобы защитить славу этих великих преданных, чтобы эти глупцы, негодяи, не заявляли: Вайшнава Бабаджи Махарадж родился в семье рыбака, а Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж в семье вайш. Рагунадас Госвами Махарадж вообще родился в очень низкого происхождения семьи, а Харидас Такур в семье мусульман. Эти глупцы более опасны, чем Камса.
они не понимают высочайшего положения гуру и вайшнавов. Поэтому, сказал Бхактивинода Тхакур, ты должен установить дайва-варнашрама-дхарму для того, чтобы защитить славу этих великих преданных, иначе их будут критиковать и оскорблять. Вайшнавы за пределами варнашрама-дхармы. Варнашрама-дхарма применима лишь к обусловленным душам, не к чистым преданным. Третье наставление. Ты должен облагораживать дхаму, чтобы обычные люди, придя сюда, стремились прийти сюда, стремились посетить ее. Поэтому ты можешь открывать школу, больницу, организовать дорогу, чтобы обычные люди приходили сюда и хотя бы предложили поклоны, хотя бы получили даршан. Уже благодаря этому они получат благо. Итак, Бхактивинода Тхакур первый, кто начал проповедовать иностранцам, начал проповедь за границей, начал проповедь на различных языках. Он говорил на английском, хинди, урду, санскрите, фарси, на 6-7 языках. Он был первым Гаудия Гуру, который начал проповедь за границей. Он написал Чайтанья Шикшу. Первая книга, которая была распространена за границей, а учение Чайтанья Махапрабху. Наши шесть госвами не говорили Харикатху. То есть не проповедовали за границей, но Бхактивинода Тхакур сделал это. Теперь по всему миру люди имеют возможность прикоснуться к учению Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Тхакур начал проповедовать, когда он занимал должность областного управляющего. У него было очень много служений, работы, но он писал бесчисленные киртаны и статьи, книги. Наши Гауди Госвами, наши шесть Госвами, Джива Госвами написали много шастр, Джива Госвами написал Шатсандарбхи. И если я сейчас предоставлю вам их, вы сможете понять? Они на санскрите. Так вот, Бхактивинода Тхакур прочел все эти шастры, и подобно тому, как был извлечен нектар из океана, амрит из пахтания океана, он извлек самую суть из шастр, для того, чтобы мы смогли понять шастры. И с абсолютной точностью он изложил эти шастры в понятной для нас форме. Если бы вы не читали, если бы у нас не было джайва-дхармы, у нас не было бы правильного понимания концепции гаудия-вашнавизма. Там содержится все.
Читань Шикшамрита, Шикша Махапрабху Шикша, Баджана Рахасия, бесчисленные киртаны, комментарии. Все это написал Бхактивинода Тхакур. Мы таким образом, все, что у нас есть, получено от Бхактивинода Тхакура. Гурудам, Грандхадам, по милости Бхактивинода Тхакура мы обрели Прабхупаду. Он дал нам гуру. Намадам, то есть он дал нам Харинам, он прославил Харинам. Дав нам понимание, возвышенное положение Харинама. Второе имя Бхактивинода Тхакура — Надия Пракаш. Мало кто об этом знает. Бхактивинода Тхакур открыл эту дхаму. Он открыл Майпур Дхам, явление Махапрабху, место явления Махапрабху. Он находился в Сурабхи Кунже. В книге Парикрама Кханда Бхактивинода Тхакур приводит доказательства тому, что корова Сурабхи и Индра Махарадж начали совершать даршан. То есть Индра совершал даршан именно там, для того, чтобы обрести даршан Махапрабху. То место, где находится Сванада Сукада Кунш, в то время был огромным садом. Сейчас нам сложно поверить в это, потому что там все застроено. Куда бы мы ни посмотрели, всюду дома, здания. Но прежде было невероятной красоты сады в том месте. Будто бы полубоги украсили. Годрум был несравненно красив. Именно там Бхактивинода Тхакур после работы вечером совершал баджан. Поздним вечером то есть после того, как Бхактивинода Тхакур ушел в отставку, он стал жить здесь, на Сурабхи Кунже. Именно там он совершал баджан. И каждую ночь, каждый поздний вечер он совершал баджан, повторял харинам. Любуясь дхамой. Однажды внезапно он обнаружил сияние вдали. Он был удивлен, откуда там свет. И он видел это сияние на протяжении трех дней. И впоследствии он стал искать, он пришел в то место, откуда исходил свет. И в конце концов он... В то время Майяпур называли Мияпур. Это мусульманское слово, и тут жили мусульмане. Но Майяпур вечен, он вечно находится здесь. Как прежде назывался Джанну Нагар, а теперь переименовали Джанна Нагар. Но он всегда назывался Джанну Нагар. Это под влиянием мусульман. Сменили название. Так вот, от старших мусульман Бхактивинода Тхакур, от старого мусульманина,
он узнал, что в этом месте, что ни сади, ничего не растет, кроме тулоси. Мы хотели много чего посадить и пытались много чего посадить, и рис, и что только не садили, но ничего не растет, кроме риса. О, простите, кроме тулоси. И впоследствии Бхактивинода Тхакур привел туда Джаганнатха дас Бабаджи Махараджа, и тот в экстазе начал танцевать там. И тогда у Бхактивинода Тхакура не осталось сомнений. Он провозгласил, что опираясь на карты, Ганга меняет свое движение. Как раньше Параматала находилась здесь. Здесь, в Майяпуре, Ганга плыла там, где протекала, там, где Матхасидара Госвами Махараджа. Но со временем она изменила свое течение. При помощи одного британского топографа, то есть тот, кто... То есть при помощи Бхактивинода Тхакур смог в точности установить место рождения Махапрабху. Итак, одно из имен Бхактивинода Тхакура — Надия Пракаш. Надия Пракаш, мы знаем, что это ежедневная газета, которую выпускал Прабхупад. Но также называли и Бхактивинода Тхакура. После ухода Бхактивинода Тхакура мы не испытываем никакой боли, несмотря на то, что он покинул этот мир, потому что у нас нет отношений с ним. Мы станем плакать по отцу, если он оставит тело, если оставит тело наша жена, дети. Мы будем плакать по ним. И если бы у нас были отношения с Бхактивинодой Тхакуром, мы бы испытывали боль сегодня. Так или иначе, Бхактивинод Тхакур присутствует в Вани Сваруп. То есть он с нами в своих, в том учении, которое оставил. Единственное утешение для нас, что Прабхупад сказал, слова Прабхупады, Бхактивинода Дара никогда не остановится, не прервется. Хотя с внешней точки зрения может казаться, что все изменилось на поле баджана, то есть имеется в виду, вся обстановка полностью переменилась, и никто уже не хочет следовать ачару, ачаран, никто не хочет следовать правилам, предписаниям шастр. Попробуйте объехать весь мир, и найдете ли вы того, кто следует в точности всем правилам Прабхупады. Кто-то, может быть, следует на 50%, кто-то на 80%, на 90%, а кто-то и на 5% не следует, но заявляет, что он Гаудия преданный. Таким образом, у нас есть единственное утешение. Слова Прабхупады, Бхактивинода Дара никогда не прервется. Но нынешняя ситуация настолько опасна, как кажется, что все-таки Бхактивинода Дара прервется. Но это не так, этого не произойдет. Потому что это означало бы, что в этом мире не будет чистого преданного.
что есть Бхактивинода Дара, это и есть Рупануга Дара. Они не отличны друг от друга. Но вы этого не понимаете, и поэтому впадаете в вмешательство. Когда Бхактивинода Тхакур покинул этот материальный мир, многие пришли к Прабхупаде и сказали: «Вы слишком строги. Вот Бхактивинода Тхакур разрешал нам петь разные киртаны, а вы не позволяете. Почему это вы не позволяете, когда сам Бхактивинода Тхакур устраивал лила киртаны?» Прабхупад рассмеялся. Бхактивинода Тхакур только ушел в 1914 году. Может быть, в 16 или... И где-то в 16-17 году люди пришли к Прабхупаде с этими словами. Бхактивинода Тхакур был хорошим, он нам разрешал и сам устраивал лила киртан. Прабхупад смеялся, сказал: «Вы не знаете, кто такой Бхактивинода Тхакур, вы его ни разу не видели. Своими материальными глазами его увидеть невозможно». Но мы же видели, мы сами своими собственными глазами видели, как из Шантипур приглашал людей, которые, певцов, которые устраивали этот киртан. «Нет», — сказал Прабхупад, — «вы не видели его». Бхактивинода Тхакур был очень разумен. Он просто расставлял ловушки. Лично он никогда не одобрял Сахаджи Киртан. Почитайте любую из книг Бхактивинода Тхакура и покажите, где он одобрял Сахаджи Баджан. Хотя бы единое слово на этот счет. Найдите. Вы не найдете, потому что Бхактивинода Тхакур был абсолютно против этого. Бхактивинода Тхакур сказал, что гораздо лучше не совершать киртан совсем, чем петь сахаджи киртан для того, чтобы разлагать общество, то есть тем самым разлагая общество. То есть, если лучше будет, если он вообще полностью остановится, чем будет происходить подобное. Прабхупад ответил им, что вы даже не видели Бхактивинода Тхакура. В противном случае вы бы не говорили подобного. Бхактивинода Тхакур назвал Сахаджи Киртани не для того, чтобы слушать, а для того, чтобы привлечь людей. Люди, которые курят с утра до вечера, болтают друг с другом. Привлекались подобным киртанам и приходили на него. На самом деле, приходя на киртан, первым делом, что они видели, это погруженного в повторение святого имени Бхактивинода Тхакура. Его глаза были закрыты, и он не присутствовал в это время там. Он в то время, то есть в эти минуты он был в лилах Радхи Кришны.
Таким образом, он даровал даршан приходящим. И лишь получив даршан Бхактивинода Такура, они получали благо. Но эти люди думали, что Бхактивинода Такура одобрял подобное. Бхактивинода Такур хотел исполнить наставление читания Махапрабху самым практичным образом. Бхактивинода Такур принял Парамахамса Вешу, он не получал саньясу. И после того, как он принял Парамахамса Вешу, он находился в одном месте. Он говорил харикатху лишь в присутствии двух людей. В присутствии его севака по имени Кришнадас Бабаджи Махарадж. Его самадхи, расположенная с левой стороны от храма божеств. И порой Гуру Кишварадас Бабаджи Махарадж приходил к Бхактивинода Такура каждый день в 3:30, в 4 часа Бхактивинода Такура садился в Сананда Сукада Кунджи и говорил харикатху. Но затем он... Но затем Бхактивинода Такура полностью погрузился в повторение святого имени, его глаза были постоянно закрыты. Один из представителей нашей Гуру Варги рассказывал, что когда он первый раз пришел к Бхактивинода Такуру, его не пустили. Но когда Кришнадас Бабаджи Махарадж поднялся к Бхактивинода Такуру, говорит Махарадж, я повторял там харинам на веранде у Бхактивинода Такура. Комната Прабхупады, и рядом Бхактивинода Такура, я снаружи, на веранде, очень часто повторял харинами и говорил там харикатху. Там же были божества Гор Гададхара, небольшие божества Бхактивинода Такура. Был алтарь в стене. Затем Кришнадас Бабаджи Махарадж попросил принять этого преданного, которого на самом деле послал Прабхупад Вимала Прасад. И Бхактивинода Такур уже практически совсем ушел в нитья лилу, и только внешне он повторял харинам. Кришнадас Бабаджи Махарадж позвал его «Такур, Такур», но он не отвлекался. Тогда он стал говорить, звать его громче. И тогда Бхактивинода Такур ответил. Он сказал, «Вимала Прасад отправил к вам одного преданного, чтобы вы пролили на него милость». И Бхактивинода Такур сделал жест, который смог понять только Бабаджи Махарадж, и тогда они позволили этому преданному войти. Тот предложил поклоны, но Бхактивинода Такур так и не открыл глаза. Так и не открывал глаза. Но затем он все-таки руками открыл глаза для того, чтобы взглянуть на того преданного, которого прислал Прабхупад.
То есть ему приходилось руками уже открывать, поднимать веки. Итак, Бхактиван Такур постоянно на протяжении всей своей жизни показывал нам, как нужно совершать рупа-нога баджан. Если вы почитаете, прочтете баджана рахасию, джавадхарму, шикшашт, комментарии к шикшаштакам, чиритамрити, это поразительно, это удивительно. Вы будете поражены, как возможно было написать подобное. Но мы очень неудачливы. Бхактивинода Тхакур предоставил нам столько, но столько нектара, но мы не способны принять его. В 1919 или 18 году была опубликована одна книга под названием «Бхактивинод Вани Вайбхав». А спустя 100 лет я опубликовал эту книгу. В чем особенность этой книги? Она очень-очень особенная. В ней собрана все наставления Бхактивинода Тхакура. Вся харикатха, о которой он говорил. Замечательная книга. Одна преданная с Италии или Австрии слушала харикатху. И вновь и вновь задавала вопросы. Много-много вопросов. Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, я был вынужден написать небольшую книгу. Но затем она пала. Прабхупад говорит, что обусловленная душа может пасть в любой момент. И мы не должны, во-первых, обвинять кого бы то ни было. Мы не должны проявлять свое ложное эго. Завтра я буду говорить об этом. Обусловленная душа может пасть в любой момент. Так вот, эта преданная внезапно начала писать всякую ерунду. Я написал 3-4 статьи о том, что матаджи, преданные женщины, не могут занимать пост ачарьи, не могут действовать как ачарья. И эта преданная очень разозлилась и начала задавать вопросы с вызовом, а подобное настроение неприемлемо. Если вы хотите постичь Сиддханта Вичар, вы должны со смирением вопрошать. Это наставление Кришны. Это асатсанга. Где и как она может ворваться в вашу жизнь, сложно понять, сложно представить. Поэтому нужно всегда быть осторожным. Существует сотни примеров того, как хорошие преданные падали, то есть великие ачарьи, ну, то есть преданные падали.
со своего положения. Я был удивлен, я уже ответил на все вопросы. Почему же она начала подобным образом спорить? И тогда я понял, что, похоже, она хотела стать ачарьей, то есть она хотела сама стать ачарьей, и поэтому... Она стала вести себя подобным образом. Я размышлял на протяжении двух дней, прочитав то, что она написала. 25 лет назад я прочел одно наставление Бхактивинода Тхакура. Одну сиддханту, изложенную Бхактивинодой Тхакуром. Я стал вспоминать, где я это прочел. Но я помню в точности все, что он говорил, но я забыл, где именно я прочел это. Это прекратил всю свою деятельность. Я пошел в библиотеку и стал размышлять. Кажется, это в Чайтанья Шикшамрите. Надо поискать. Я открыл и во второй главе нашел то, что искал. Я отксерокопировал и предоставил ей все доказательства. Так вот, если мы не следуем наставлению Бхактивинода Тхакура, мы не имеем права называть себя последователями Гаудия Вайшнавизма. А еще одна преданная, не знаю, из какого она общества, из... Как я говорил прежде, маленькая рыбка очень беспокойна. То есть имеется в виду, что небольшое знание опасно. Так вот, эта преданная сказала, что в Самскардипике сказано, что женщина имеет право. Хорошо, покажите, приведите доказательства. Я уже привел все доказательства тому, что женщины не могут вести отреченный образ жизни. Ситуация в наши дни очень сложна, и сложно разобраться, кому следовать. Если бы я стал день и ночь говорить о Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре, они бы все равно не приняли то, что я говорю, они хотят слушать обманщиков. Что я могу поделать? Но Бхактивинода Тхакур хотел спасти нас. В его писаниях содержатся ответы на все вопросы. Нужно запомнить эту шлоку. Запомните ее. Нет памяти, нет бхакти. Бхактивинода Тхакур устанавливал совершенную сиддханту. Прабхупад, вся наша гуруварга говорит, не нужно следовать кому бы то ни было, нужно следовать Бхактивинода Даре. Я повторяю это вновь и вновь.
пожалуйста, следуйте Бхактивинода Дарья. Не нужно следовать никакому другому потоку. Если мы сможем сохранить поток Бхактивинодара в нашей ежедневной практике, никто не сможет обмануть нас. Прабхупад вновь и вновь говорил, что если вы сможете понять основополагающую разницу между Бхактивинодара и тем, что ей не является, это и будет сатсангой. То есть осознать разницу. Когда вы сможете понять, что Бхактивинодара, что и не является, это и будет сатсанга. Если вы сможете понять основополагающую разницу между Бхактивинодарой и тем, что ей не является, вы не будете обмануты лжецами, которые действуют якобы от имени Бхактивинода Дара, но не имеют к ней никакого отношения. Вы не будете видеть смысла в этом, поскольку будете стремиться лишь к совершенной сатсанге. Старайтесь в этой жизни обрести сатсангу. В этой жизни, говорил Бхактивинода Тхакур. Если в этой жизни вы сможете осознать это, осознать, что есть Бхактивинода Дара, вы достигнете успеха. Но проблема в том, что мы не настолько удачливы. Может быть, на 50% осознаете, на 50% нет, может быть, на 70%. Но я уверен, что если у вас есть настроение служения, вы сможете осознать. Потому что это можно обрести лишь при помощи служения. Нет служения. Нет понимания, осознания. Не так уж важно, сколько у вас квалификация. Важно служение. Я многое хотел бы сказать сегодня, но времени не так много. Было не так много. Скоро будет день явления, и мы продолжим говорить об Бхактивинода Тхакуре. На сегодня мы остановимся. Вы не должны забыть шлоку, с которой я начал, для того, чтобы понимать причину прихода в этот мир Бхактивинода Тхакура. Брожо расикар сикая, пад падма срае атро. Атро мане here. I'm sitting with a desire to get the. Я нахожусь здесь для того, желая обрести служение Браджа Расикам. Когда они придут? Здесь я с этим настроением я нахожусь здесь. Напротив. Раньше здесь также протекала Ямун, то есть когда Ганга соприкасается с город Хамой, она становится особенной, наполненной премой.